Привет, мои дорогие, как ваши дела? Такая, ну, у меня ничего не получается, не помещается на экран то этот плов и салатики, и то я не помещаюсь. В общем, решила поесть вот таким образом. Наверное, покушаем вместе с вами плов, да? Ну, я люблю лучок, купила вот такой вот корейский салат, супер острый, и также соленые огурчики. Ну, наверное, приступим. Пришла, сделала плов. Мерабалар такипчаларым. Бу өзбек плов. Кендим яптым. И шимди сизбен беребер йемек истиёрум. Hi, my dear. How are you? Узбек плов. Приятного аппетита вам и мне. Вкусно. Ну, такая голодненькая, если честно, я. Купила девчонке микрофон. Ой, не знаю, какой он. В общем, немножко даже разочарована. Вот такой. Как работает, не знаю. Еще посмотрим. Вообще сделала плов с курицей, но я люблю иногда перемешивать немножко баранину. Когда голодная, мой ужас, аж прям руки дрожат. Во время 9 часов я сегодня только пила кофе.
Вкусно. Ой, Маша сварила вкусно. Что бы залет на все? Взяла уже. Так, наелась. Салатик чуть-чуть оставим. Кола. Только налила вообще. Иногда, когда сильно голодная, как наложу себе больше положенного. И знаю, что это не съем, но глаза мои хотят побольше. Ну, сегодня я, конечно, переела. Мне бы эта половина хватило. Потому что 2 дня я была на диете такой. И сразу столько — это много. Ну вот. Оформивается все. Не знаю, чуть ли не за 5 минут. Вкусно? Очень вкусно. Ой, Маша постаралась. Молодец. Ой, вообще так хорошо стало. Ой, глаза открылись, вы знаете? Duydum. Çok güzeldi. Ay, kendim yaptım pilavını. Seviyorum çok Üzbek pilavını. Öyle. Очень люблю я плов. Да я вообще все люблю. Ой. В определенных количествах, конечно. Ну, что я не люблю? Это вообще надо долго думать, вы знаете. В основном, наверное, все люблю. А, честно скажу, вареную картошку не люблю. Вот. Это у меня есть. Но в салате еще могу кушать. А вот просто так, не знаю, не могу. Не получается никак. Перловку не люблю. Есть у меня такое, да. Что еще я не люблю? Остальное все люблю. Вообще я люблю поесть. Очень. Люблю вкусно поесть, красиво, чтобы было все так. Ой, помпезно. Люблю я такие дела. Ну что, мои дорогие, спасибо вам за просмотр. Может, кому-то будет интересно, кому-то нет, поэтому не судите строго, что я так быстро съела. Маша сегодня очень голодная была. Вот. Тешекер айдарам, такипшеларам. Чок хызлы чабухидам.
Çünkü çok acıktım. O yüzden yani bir saniyede bitirdim. Seviyorum yani, güzel yemeklerini çok seviyorum. Yani sevmeyen bir şeylerim çok az. Yemek konusunda. Yemek seviyorum ama dikkat ediyorum. Tabii ki fazla yemiyorum. Bazen izin verebilirim. Fazla yiyebilirim. O da var. Teşekkür ederim. Thank you, my dear. Спасибо вам, дорогие мои, целую вас.